Дорогие друзья, вы на канале у Натальи Соболев в Израиле. Я делаю обзор магазина Кешет Теамим, что переводится как «Радуга вкусов». Этот магазин находится в Израиле, в Афуле, в городе, в котором я живу. Кешет Теамим – это особая сеть супермаркетов, предлагающая широкий выбор вкусов и ароматов со всего мира. Сеть свободна от кошерных ограничений. Это очень важно. Поэтому помимо продаваемых продуктов, в корзине покупок вы можете найти все виды мяса, сыров, колбас, морепродуктов, вин, пива и алкоголя, различные сладости и готовые, свежие, вкусные и особая еда, которую нельзя найти в обычных сетях супермаркетов. Магазин новый, и когда он открылся, была большая реклама. Я не смогла посетить его тогда. И только сегодня вместе с вами я посмотрю этот магазин. Посмотрите, пожалуйста, как красиво поздравляет нас магазин с праздником Шавуот. Написано «Хаг Самех Шавуот». Переводится как «С радостным праздником Шавуот». Праздник недели празднуется точно через 7 недель после первого дня Пасхи, который знаменует выход из Египта. Праздник отмечает дату, когда для жертвоприношения в Иерусалимском храме приносили пшеницу и другие плоды нового урожая. Основной религиозный смысл праздника – получение Торы на горе Синай при исходе из Египта. 11 июня вечером в канун праздника зажигаются свечи в домах и в синагогах проходит торжественное богослужение. После этого евреи собираются дома за праздничным столом. Купить продукты и накрыть стол поможет нам этот магазин «Радуга вкусов». Здесь звучит музыка, поэтому я буду говорить за кадром. Вы видите большое, огромное количество салатов. Даже все не перечислишь. Оливье, под шубой, винегрет, блинчики, заливное. Такое большое количество салатов, душа и сердце радуются. Мясо, гуляш, креветки, рыбные блюда, паштеты. Есть блюда, которых я даже не знаю названия. Язык под грибным соусом. Сырнички. Фаршированный мясом перец. Вся эта готовая продукция облегчает подготовку к празднику, и можно без труда накрыть красивый стол. Выглядит потрясающе. Мясной отдел. Магазин без кашрута, значит, есть свинина. Какое мясо относится к кашруту, я рассказываю в других видео. Обратите внимание, какая чистота, как красиво нарезаны кусочки мяса. Соленья тоже хочется снять. Вот так это все выглядит. Ой, это у нас такой большой ассортимент. Маслины всех видов. Вот так, посмотрите, как это выглядит. Общий вид. Так, что я вижу тут? Смотрите, колбаска. Отдел колбасы. Огромное количество. Это еще все, это на развес было, а это уже упаковано. Запах идет прямо от арбузов. Свежесть. Это консервы. Красавец.
откуда встречает. Дальше идет. Вы понимаете, что большой выбор, очень огромный. Огромный выбор. Это все, конечно, не снимешь. Я дам общий вид, общее представление, чем отличается этот магазин от других магазинов. Вот рыба. Видите, какое большое количество в рыбном отделе. Видите, что? Обалдеть. Как говорится, икра красная, икра черная. Наверное, есть и баклажанная. Но на баклажанную придется искать нам. Вот такие сыры. Ой-ой-ой-ой, это рыба. Это рыбное что-то. Вот, на отдел сыры. Овощи, фрукты. Переходим в отдел. Это уже здесь большой хороший выбор. Отборное все, свежее. И какие шикарные. Один прямо к одному персики. Виноград. Видите, это виноград. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ягодки один к одному. Яблочки, конечно, здесь красивые. Очень красивые яблочки. Вы только посмотрите. Вот у нас золотое яблочко. Самое лучшее, самое вкусное. Оно и не кислое, и не сладкое. Такое вкусное. Я люблю очень яблоки. Крупные они здесь. Хороший сорт. Бананы, дыни. Я немножко погуляю по магазину, покажу общий вид, апельсины, арбузы, но громадные, громадные арбузики. Ой, какие арбузики, какие громадные. Ой, это вообще, здесь виноград. Но дальше, как и везде, витрины, витрины, это все не перефотографируешь. И хозяйственные товары пошли. Вот здесь есть отдел. Шампуни, бумага кухонная, так, туалетная. Вот такой большой выбор туалетной бумаги. Но это уже мы в конце магазина. Сока пошли и напитки. Это заключительный отдел. Посмотрите, какой большой выбор. Вот в одну сторону и вот в другую. Ну, громадный магазин, большой очень. Конечно, все очень довольны, что такой магазин открыли у нас. Жалко, он немножко далеко от моего дома. Но на машине приехать, затариться. Нет лучше выбора. Девочки, смотрите, какие красивые букетики, свежие, прямо тут стоят. Ой, прелесть просто. Ой-ой, прелесть какая, какая прелесть. Цветы, кругом цветы. Видите, сколько много букетов стоит собрано. Вот так вот выглядит общие кассы. Вот какое количество большое. Я не знаю, тут раз, два, вот написано номера. Семь касс. Вот так, видите, как это все выглядит. И я слышу голоса, русскую речь. Значит, продавцы здесь на кассе работают русские. В общем, сделали русские себе магазин такой. И товар в основном тоже русский есть. С Украины. Это все мороженое. Вот они
стоят эти большие холодильники. Вот какое количество их, они около кассы. Подарочные наборы такие, уже готовые. Ой, какая красивая посуда. Ой, какая прелесть, просто чашечка такая же. Мои дорогие зрители, я буду заканчивать свое видео. И, конечно, обзор конфет, сладостей я опять сделаю. Так. Это мои любимые конфетки. Цитрон. По-русски, видите, написано. Конфеты по-русски написаны. Вот название конфет. Вот это батончики эти. Батончик. Так что мы побыли сегодня как за границей, как в России. Этот магазин. Русский магазин. Смотрите, семечки, тамбовский волк. Ой, семечки, знакомые все. Я потихоньку уже буду затариваться. Торты, конечно, тут кругом. Тут даже не знаешь, откуда зайти еще. Сока опять идут и напитки. И подарочные наборы красивые. Видите, что? Какой выбор огромный. Это не реклама, я просто обзорное делаю. Так что алкоголя здесь тоже очень много. Вот такой остров. Тоже везде бутылки. Бутылочки. Вот такое. В одну сторону и в другую показываю. На этом, дорогие мои, я не прощаюсь с вами, а говорю вам до новой встречи. И, конечно, приглашаю вас в этот магазин. Вот так он выглядит, общий вид. Большой, большой, большой выбор. Все, что в душе захочется. А вы скажите, пригласите нас на пятницу еще раз. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь, я вырежу еще что. Четверг вечера в пятницу. Тут очень много всего угощаю. Дают пробовать, чтобы вы знали, какой есть товар. Приходите, пожалуйста. Спасибо, спасибо вам большое. Покупочки. Я не удержалась, взяла сколько могла. И винегреты, и салаты, и язычок, и перец фаршированный мясом. Ну, в общем, не знаю, еще тут еще что-то еще, пирожки. Дорогие мои зрители, я заканчиваю обзор магазина. Последние кадры этого видео – это бесплатная постоянка около этого магазина.